Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней 13-й лекции – методы и приемы обучения лепке, скульптуре. Какие мы будем здесь рассматривать вопросы? Первое – это понятие лепка, классификация лепки, особенности работы с пластилином. Второй вопрос – разновидности скульптуры, инструменты и материалы для организации занятий по скульптуре. Третий вопрос – виды скульптур, лепка круглых форм, рельефная лепка, предметная, сюжетная, декоративная, комплексная лепка. Четвертый вопрос – основные способы лепки – конструктивные, скульптурные, комбинированные. Скульптура обозначает вырезать, высекать, лепить. На уроках трудового обучения младшие школьники знакомятся с понятием лепка, который изучают дети младшешкольного возраста и рассматриваем его как самостоятельную часть скульптуры. Лепка применяется в любой скульптурной работе, начинающейся с исполнения модели, которую затем переводят в другой материал. Лепку можно классифицировать по материалу, то есть из глины, из теста, из пластилина и других мягких материалов. Каждая из них имеет свои особенности и возможности, поэтому не следует заменять их друг другом, а использовать разные материалы в зависимости от поставленных целей и задач. Это необходимо учитывать при планировании работы с детьми. Выделяют особенности работы с пластилином. Он позволяет создавать мелкую пластику, позволяет работать сразу в цвете, позволяет создавать дополнительные цвета, не требует дополнительной подготовки, позволяет создавать объемные изображения, все виды рельефных изображений, плоские картины. Хорошо держит форму при соблюдении температурного режима. Он очень пластичен. По содержанию лепка бывает предметная, сюжетная, декоративная, комплексная. В предметной лепке дети лепят отдельные конкретные изображения. Фрукты, овощи, игрушки, фигуры людей и животных, бытовые предметы, транспорт, фантазийные существа и так далее. Изображение отдельных предметов для ребенка является более простым, чем, например, в рисовании, так как он имеет дело с реальным объемом. Ему нет надобности прибегать к условным средствам изображения. В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых отдельные образы, связанные между собой по смыслу, то есть это герои одной сказки, размещению в пространстве, то есть объединяется сюжет на общей основе, по пропорциям, то есть одинаково или разного размера в соответствии с сюжетом, по динамике, то есть герои держатся за руки, бегут, смотрят в одну сторону или друг на друга. Сюжетная лепка требует большого объема работы и времени, поэтому планируется не на один урок. В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные изделия, то есть вазы, панно, лепные орнаменты, изделия по мотивам декоративной пластики народных умельцев. Эти изделия связаны с жизнью, поэтому имеют больше смысла для ребенка. По видам скульптуры можно выделить лепка круглых форм, круглая скульптура, и рельефная лепка, рельеф. Основными способами лепки являются конструктивные, скульптурные, комбинированные. При конструктивном способе лепки образ создается из отдельных частей, как из деталей конструктора, отсюда и название. Скульптурный способ еще называют пластическим или лепкой из целого куска. Процесс работы идет от общего к частному. В зависимости от образа из куска пластичного материала моделируется нужная форма. Комбинированный способ объединяет два способа – конструктивный и скульптурный. Он позволяет сочетать особенности лепки из целого куска и из отдельных частей. Как правило, самые крупные детали выполняются скульптурным образом, а мелкие создаются отдельно и присоединяются к скульптурной форме. К 8 годам дети предпочитают именно этот способ, как более доступный и универсальный по своим возможностям. Можно выделить основные приемы формообразования, такие как раскатывание, скатывание, сплющивание, сгибание, вытягивание, вдавливание, оттягивание, скручивание, прищипывание, то есть это оттягивание с моделированием, защипывание краев, сгибание краев. Также существует дополнительные
дополнительные приемы, то есть это вырезание, выдавливание, отпечатывание, просекание, насечка, заглаживание и так далее. Приемами соединения деталей являются прижатие, примазывание, вдавливание, насадка на каркас, соединение с помощью жгута, врезание и так далее. Можно выделить следующие техники: пластилиновая живопись, процарапывание, лепка из пластилин, лепка на форме и отпечатывание. В технике пластилиновой живописи можно создавать целые картины декоративного и реалистичного характера, плоские и рельефные. В данной технике используется работа пластилиновым мазком, налепами, то есть отдельными разноцветными кусочками, капельками, шариками, жгутиками и так далее. Вливание цвета в цвет, смешивание и создание новых цветов и оттенков. Техника применения пластилина в качестве красок многим детям знакомы и очень нравится. Она относится к декоративной лепке рельефа. Вывод. На занятия по лепке ребята постепенно под влиянием педагога приучаются к несвойственной оценке своих работ. То есть каждая работа принимается ими как целостная, законченная. Отход от привычных в школе оценок плохо, хорошо, удачно, неудачно служит укреплению в детях уверенности в своих силах, своей уникальности, раскрепощает их в желании самовыражения. Спасибо за внимание.